Всем привет, друзья! Каждый день вижу, как блогеры выпускают видео с названием «Хабиб возвращается ради 30-0, которые хотел его отец». И честно, уже немного утомили такие видосы. Давайте включим логику и подумаем, вернется Хабиб или нет. Кто не жаден, поставьте мне лайк и потопали. Давайте посмотрим с двух сторон на эту тему. Мог ли Хабиб заявить о завершении карьеры, чтобы потом громко вернуться? Ну, наверное, это имело место быть. Но представьте, Хабиб возвращается за 30-й победой. Это дало бы еще больше внимания к его бою. Но есть одно но. Вторая сторона медали. Если бы такая задумка была, то Хабиб явно бы не упоминал в уходе свою мать и отца. Я говорил с отцом, то есть с матерью, 3 дня. Она не хотела, чтобы я дрался без отца, но я ей пообещал, что для меня это будет последний бой. И если я дал слово, слово нужно держать. А просто бы сказал: «Все, ребята, я завершаю карьеру, ухожу на пике, я сделал то, что еще никто не делал», и люди бы поверили без проблем. Ну короче, лично мое мнение, я уверен на все 100%, что Хабиб не вернется. Это вам не Конор, который за год завершает карьеру по 100 раз. Хабиб не бросает слова на ветер. К слову, после ухода Хабиба, Конор прям как будто сделал глоток свежего воздуха. И понеслись рассуждения, кто на какой вышке находится, с кем Конор будет драться и так далее. Но если сложить из всего, что сказал Конор, то он заявляет, что король легкого веса возвращается, и теперь он тут будет чемпионом. Хабиб все его выпады игнорит, и так невзначай выставляет такой сторис: «Следующий король легкого веса, то есть Ислам Махачев, давая понять Конору, что, чувак, успокойся, будущий король — это Ислам». А на этом все, друзья. Пишите свое мнение в комментах, что думаете о возвращении Хабиба, разделяете вы мое мнение или нет. Всем удачи, пока. We'll be right back.